Буквально накануне начала работы салона высокого часового искусства SIG-2018 в Женеве швейцарский производитель часов премиум-класса Baume & Mercier представил публике новую модель линейки Clifton под названием Baumatic. Это надежные антимагнитные часы, обладающие 5-дневным запасом хода. Baume & Mercier стала первой компанией, входящей в холдинг Richmond Group, которая выпустила часы с кремниевой спиралью баланса Twin Spear. Речь идет о модели Clifton Manual 1830. В текущем году, выводя в свет Clifton Baumatic, группа компаний Richmond продвигается еще на один шаг в деле внедрения кремниевой технологии в производство часов. Дебютант, являющийся самой технически оснащенной из всех моделей, на которой стоит клеймо Baume & Mercier, снабжен совершенно новым оригинальным калибром с более высокими показателями точности и запаса хода. Новый калибр Baumatic BM12-1975A снабжен кремниевой пружиной, изготовленной по той самой технологии Twin Spear, которая впервые заявила о себе в модели Clifton Manual 1830. Вкратце суть этой разработки такова. Два независимых кремниевых сердечника соединены между собой пластинкой из диоксида кремния, расположенной по отношению к ним под углом 45 градусов. Кроме того, механизм снабжен кремниевым спуском, причем стоит отметить, что эта техническая характеристика тоже является новинкой для Richmond. Оптимизация, целью которой было добиться 120-часового запаса хода, также коснулась смазочных материалов, формы анкерной вилки и колеса. Именно за счет комплекса технических усовершенствований часы Baumatic могут с уверенностью гарантировать повышенную точность хода в диапазоне -4 плюс 6 секунд в день, наряду с увеличившимся сроком между сервисными обслуживаниями, которые в обычной практике составляют 5 лет. Что интересно, часы прошли десятилетние тестирования в условиях, полностью соответствующих использованию в повседневной жизни. Ну и чтобы окончательно и бесповоротно укрепить позиции Baume & Mercier Clifton Baumatic на часовом олимпе, стоит вспомнить о том, что использование в производстве кремния повышает устойчивость калибра к магнитному полю с индукцией до 1500 Гаусс, а это в 25 раз выше показателя среднестатистических часов. Clifton Baumatic сертифицированы официальным швейцарским бюро по сертификации хронометров COSC. Их корпус выполнен из стали, а циферблат имеет приятный серебристо-белый цвет. В элегантный минималистический дизайн Clifton Baumatic прекрасно вписывается неброское окно даты, положение на 3 часа, узор в форме креста в центре циферблата, арабские цифры небольшого размера и минутные отметки в виде штрихов. Baume & Mercier Clifton Baumatic можно будет приобрести начиная с сентября 2018 года. На ценнике этой новинки в линейке Clifton будет стоять цифра $2790 США.